Во многих исследованиях показано, если человек знает, где ему достать информацию, он считает, что он ей владеет. Что, как вы понимаете, не то же самое, да? Если я знаю, где узнать про психотерапию, это еще не значит, что я знаю, что такое психотерапия, правда? Ну вот. Но возникает психологическая иллюзия владения этой информацией. При том, что главный метод сбора информации – это загуглить и заяндексить или еще что-нибудь произвести, какой-то поиск, у всех есть ощущение, что они очень умные, потому что они знают, как что узнать. Что там? А, ну мы сейчас загуглим. И вот есть это ощущение того, что мы обладаем огромным количеством информации, мы обладаем огромным объемом знаний, а на самом деле отведите его, заберите телефон и поговорите. И очень быстро обнаружится, что вы имеете дело с пустым барабаном.